Каждую среду в студии телеканала «Самара ГИС» мы говорим о том, что волнует жителей Самары. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. В Самарской области благодаря аномально жаркой погоде вода в Волге и реках прогрелась до рекордных значений. Жители столицы губернии с удовольствием проводят время на пляжах. Почему рекомендуется купаться только в специально отведенных для этого местах? Какие опасности подстерегают жителей Самары во время отдыха на воде? В нашей студии Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. Евгений Вениаминович, добрый вечер, рад вас видеть. Добрый вечер. Итак, в Самарской губернии благодаря аномально жаркой погоде вода в Волге и реках действительно прогрелась до рекордных значений. Сейчас, по-моему, около Самары, если я не ошибаюсь, 23 градуса примерно вода. Жители столицы губернии, соответственно, с удовольствием проводят время у воды. По вашей оценке, а почему рекомендуется купаться только в специально отведенных для этого местах? Ну, наверное, само понятие специально отведенного места уже говорит о том, что это место подготовлено. В этом месте проверено дно, в этом месте установлены буйки, подготовлен песок. А что значит подготовлен песок, кстати? Ну, он должен быть чистым, чтобы там не было каких-то примесей вредных. Он обработан от грызунов, проведена дератизация пляжей. Даже так, кстати, Евгений Ильич, я не знал. То есть, кстати, очень полезная вещь. Тем не менее, потому что грызуны, они являются переносчиками инфекционных заболеваний. А, как известно, наша задача обеспечить безопасность граждан во всех направлениях. Чтобы этот песок был без стекла, без мусора. С этой целью не реже двух раз в неделю подрядная организация убирает пляж, очищает от мусора, который, к сожалению, наши граждане могут оставлять. Ну, есть отдельные, скажем так, такие да, жители. Но для этого и существует организация, которая обслуживает эти пляжи. Кроме этого, на оборудованных местах, на разрешенных пляжах, а у нас в этом году их 8 традиционно, несут службу спасатели. Это подготовленные люди, спортивные, умеющие хорошо плавать, старше 18 лет, прошедшие необходимую подготовку. Они вот несут службу каждый день с 9 утра до, в светлое время суток, до 21, до 22 часов. Начиная с 10 августа день укорачивается, и несение службы спасателями до 20 часов. Ну, то есть в светлое время спасатели всегда на месте. И хочу сказать, что иногда даже в разрешенных местах не рекомендовано купание, тогда, когда Роспотребнадзор, который проверяет качество воды, не только песка, но и качество воды, дает заключение, что по бактериологическим свойствам вода в реке не соответствует показателям бактериологическим, другим, и не рекомендуют купаться. В этом случае вывешивается на модуле, на флагштоке красный флаг. Если мы в прошлые годы вывешивали черный шар, говорящий о том, что купаться не рекомендовано, то сейчас вывешивается красный шар. Но это по методическим рекомендациям, по рекомендациям ЧС России. То есть таким образом... Таким образом, разрешенные места, они, в принципе, максимально безопасны. На 100%, конечно, обеспечить 100% безопасность каждого гражданина просто физически невозможно. Но это только Господь Бог может сделать. Может уберечь. Еще, наверное, хочу сказать, почему купаться в отведенных местах. Статистика вещь упрямая. Вот уже, значит, с начала года на территории городского округа Самара, к сожалению, утонуло 17 человек. 17 человек? 17 человек. Очень большая цифра. Да, это много. Это и до начала купального сезона здесь, и те, которые в распутицу, я имею в виду, в весенний период. И май у нас был очень жаркий. И люди пытались как-то охладиться, купались, а разница между температурой воздуха и температурой воды была очень большая. Вода была где-то 15-16, даже 14 градусов, а воздух прогревался до 30 и выше. Поэтому разгоряченный человек, попадая в воду, соответственно, все что угодно, и спазмы, и остановка сердца.
Поэтому рекомендация одна. Каждый гражданин должен подумать о своей безопасности. И даже вот прежде, чем разгоряченно войти в воду, необходимо постоять, может быть, зайти по колено в воду, скажем, обмыться, умыться, постоять, остыть, и после этого только начинать купаться, плавать. Или... Наверное, я еще бы хотел сказать о безопасности детей. Ну вот об этом, знаете, поговорим отдельно. Я предлагаю сейчас сюжет посмотреть, а затем мы о безопасности детей поговорим подробно, специально, потому что тема сложная, больная на самом деле, глубокая. Но сейчас давайте посмотрим сюжет как раз про спасателей, вот, про тех людей, которые, собственно, безопасность отдыхающих осуществляют. Темные очки, бейсболка и рация в руке. Весь день с 9 утра и до захода солнца Алексей Феклов проводит на городском пляже, но не в качестве отдыхающего. Мы патрулируем, то есть, соответственно, постоянно акваторию. Стоим на вышке. Вот, к примеру, 37 градусов, 40, вот вышка, ну, то есть она железная. То есть, чтобы вот по ней пойти даже босиком, она обжигает ноги. Не говоря уже о том, что песок, когда дойти от поста по песку, песок каленый. На городском пляже Алексей чувствует себя как рыба в воде. Порыбачить тоже, кстати, этот случай доводится, смеется спасатель. Хотя чаще приходится опять же помогать рыбакам доставать со дна снасти. Хоть и работа спасателей ограничивается чертой пляжа, но спасатель – это человек с широкой душой и добрым сердцем, признается наш герой. У нас ответственность – граница пляжа, но мы люди как бы добросовестные. В первую очередь мы люди, мы работаем и за границами тоже. За 7 лет работы спасателем Алексей вернул к жизни почти 10 человек. Были и драматичные случаи, когда помочь уже не удавалось. Во многом из-за того, что горожане вовремя не обращаются за помощью. А уследить за несколькими тысячами отдыхающих невозможно физически. Хоть и профилактические обходы, которые по инструкции положено проводить каждые полчаса, по факту проходят без перерыва вовсе. Поэтому спасателям нужна хорошая подготовка, как физическая, так и моральная. Правильно он примет действия, решения. То есть от этого уже будет зависеть дальнейший исход ситуации. То есть, например, вот вовремя увидел, вовремя решил бежать, вовремя подплыл, правильно подплыл, вытащил, оказал помощь, нашел детей. То есть это все секунды. Вообще человек, ну, человеческий мозг может прожить 5 минут без кислорода. Но, соответственно, все еще зависит от температуры воды. То есть клетки, они в более холодной воде дольше разрушаются, соответственно, обмен веществ идет дольше у человека в этом плане. Если теплая вода, соответственно, еще быстрее. Порой количество отдыхающих переваливает за 1000, и это только на одной очереди набережной. За порядком здесь следит команда из 12 спасателей, которую возглавляет Алексей. Помощь приходится оказывать не только в воде, но и на суше. Травмы на спортивных площадках, тепловые удары и алкогольное отравление. Последние зачастую приводят к неприятностям и на воде. Как тонет вообще человек? Ну, просто как вот ситуация была? Он, то есть, барахтался, ничего такого серьезного не было. Потом он начинает постоянно, ну, то есть, редко дышать, глотать воздух. Соответственно, у него дна нет, он начинает паниковать, руки в стороны. Заглатывать воздух, вытягивать шею вверх, чтобы глотнуть воздух, и, соответственно, начинает барахтаться, как поплавок, вверх-вниз. Одна отталкивается, вверх поплыл, я воздух хватил и отправил на дно. На кадрах спасатели проводят тренировку. Девушка переоценила свои силы и заплыла за буйки. Свело ногу, начала тонуть. Спасатели бросаются в воду, достают отдыхающую на берег и оказывают первую медицинскую помощь. В любом случае обязательно вызывают скорую помощь, даже если человеку становится легче. С водой шутки плохи. Совет, если человек, у человека было попадание воды в легкие, обязательно передавать скорую помощь. Потому что через 2 часа человек может элементарно умереть из-за того, что он просто задохнулся. Ангелы-хранители без права на ошибку. Они выходят на службу и в палящий зной, и в грозу со шквалистым ветром. Все потому, что их ставка не выражается в денежном эквиваленте. Она стоит намного дороже. Они ответственны за жизнь и здоровье человека. Евгений Ильич, вот 10 человек спас этот парень. Кстати, цифра потрясающая. То есть вот он за свою жизнь уже спас 10 жизней. У меня, знаете, вопрос какой? Вы сказали, что уже с начала года утонуло 17 человек. А если брать статистику, сколько утонуло на оборудованных пляжах и сколько на необорудованных? Потому что вы говорили о том, что цифры-то упрямые. Да, статистика вещь упрямая, еще раз повторюсь. Действительно, на оборудованных пляжах в этом году, к сожалению, утонула женщина одна.
которая, не умея плавать, тоже бросилась вытаскивать детей, которые, по ее тогда мнению, барахтались. И детей удалось вытащить, а ее, к сожалению, не удалось спасти. Но детей вытащила не она, я насколько Нет, знаю. Нет, не она, а другие отдыхающие. И когда уже подоспели спасатели, пытались ее нашли, реанимировали, но, к сожалению, уже не удалось спасти ей жизнь. Но это один человек из 17. 16 человек утонуло на необорудованных пляжах. Даже не пляжах. Пляж — это оборудованное место. Ну да, у нас, скажем так, в необорудованных местах. Да. То есть это вот. Непонятно. И хочу сказать, что вот герой нашего сюжета спас 10 человек. Я хочу сказать, что уже в этом году спасено 10 человек. Но спасены они не только спасателями, которые несут службу на пляжах с земли, с пляжа, но еще у нас на катерах несут службу сотрудники поисково-спасательной службы Самарской области. Это государственное бюджетное учреждение. Они несут службу на катерах. У них хорошее водолазное оборудование. Там профессионально они с воды могут спасти, если быстро. Кто-то быстро подойти. Если, как, не дай бог, какая-то авария с судном, которое на подходе к пляжу, они же также контролируют, чтобы в том числе вместе с инспекцией ГИМС, Государственной инспекцией по маломерным судам, не допускают лодки какие-то, катамараны к пляжам, потому что это тоже угроза для граждан, которые купаются на оборудованном пляже. Да еще какая угроза? Кстати, а вот эти водные мотоциклы, ну это страшная просто угроза. Когда да, ну вот в любом случае, когда граждане, которые на таких мотоциклах катаются, или лодочники, они видят, когда стоит катер поисково-спасательной службы, у них желание подъезжать к пляжу отпадает. Да, потому что тут же идет связь с Государственной инспекцией по маломерным судам, и к ним принимаются меры административного характера, к таким вот любителям покататься в районе пляжа. Вот если говорить о купании на необорудованных, в необорудованных местах, скажем так, пляж — это действительно оборудованное место, а какие опасности подстерегают человека, ну и вообще какие опасности подстерегают человека на воде? Ну, начнем, наверное, вот с чего я уже начал. Это разница температур, температура воздуха и воды. Чем она больше, тем опаснее купаться. Второе — это необследованное дно. Неизвестно, что там под водой, а часто у нас граждане, купаясь в необорудованных местах, могут с разбега нырнуть. Там может быть камень, коряга, ну просто мелкое дно, какая-то мель. И поэтому в таких случаях нередки травмы, связанные с, ну, с, скажем так, с переломом или с позвоночника, и вплоть до летальных исходов. Я, к сожалению, знаю лично такой случай, когда молодой, сильный, физически сильный парень, это было очень давно, это было еще в 90-е годы, вот так купаясь, просто прыгнул в незнакомом месте в воду, получил перелом шеи, и после этого он на всю жизнь стал инвалидом. Он прикован к креслу каталки. К сожалению, такие случаи встречаются, да. Ну, еще, наверное, хочется сказать о том, чтобы граждане, даже, в принципе, умеющие плавать, не переоценили своих возможностей. И потому что вода коварна, всякое может случиться, и судорога может свести ногу, или еще какие-то моменты могут случиться. Поэтому не переоценивайте свои возможности. Купайтесь в отведенных местах, не заплывайте за буйки, берегите свое здоровье. Ну, а что касается вот необорудованных местах, ведь часто там и лодки проходят по фарватеру, или реки Самарка, или там правый берег Волги, протоки какие-то. Тоже ведите себя очень осторожно. Иногда водитель судна, лодки, может просто чисто не заметить из-за отблесков на воде плывущего человека. Ну да, на самом деле там очень небольшая голова человеческая, тут солнце блестит, тут большая река, и вы правильно говорите, совершенно верно. Ну и хотелось бы сказать, наверное, о том, что не надо баловаться на воде, подавать сигналы ложной тревоги, потому что если вы подали сигнал ложной тревоги, к вам даже вот на пляже при купании направились спасатели, а вам помощь эта не нужна, а может быть в этот момент кому-то действительно понадобится помощь.
Вот вы сказали по поводу того, что не нужно переоценивать свои силы. Вы знаете, я слышал от людей в возрасте, от старых людей, такую мысль, что тонут, как правило, чаще всего те, кто умеют плавать. Потому что те, кто плавать не умеют, они просто в воду не лезут, они заходят по пояс, искупались и вышли. То есть они боятся. Вот вы с этим согласны, как специалист, или не совсем это так? Конечно, согласен, но здесь нельзя сказать на 100%, что это должно быть именно так. Потому что действительно наша жизнь — это, ну, это физкультура, это спорт, это какое-то развитие. И я думаю, что надо призывать граждан учиться плавать, потому что это здоровье плавания. Ну, учиться правильно, может быть, начать с бассейна, с каким-то тренером. Но, еще раз, не переоценивая свои силы, соблюдая все правила безопасности. То есть здесь вопрос, ты умеешь плавать или ты думаешь, что умеешь плавать? Да, вот, да? Наверное, то есть вот эта вот тонкая грань, это как с автомобилем. То есть ты умеешь управлять автомобилем или только ты думаешь, что умеешь управлять, а на самом деле это такой у тебя миф? Ну, я думаю, граждане у нас довольно-таки подготовлены, я имею в виду, в этом плане. Наверное, каждый должен оценивать правильно и реально свои силы. И, ну, не заплывать далеко, не испытывать судьбу. Вот не испытывать судьбу, очень хорошо сказали, на самом деле, потому что, к сожалению, там нет второго шанса. Кстати, по поводу необорудованных пляжей, а вот такая еще вещь, как рыбацкие сети, насколько опасны они для людей, которые приезжают в незнакомые места? Это вообще часто происходит? Ну, наверное, к счастью, вот я около 10 лет занимаюсь практически обеспечением безопасности граждан, вообще не только на воде. Управление гражданской защиты, у нас задача такая — предупреждать и как-то предугадывать чрезвычайные ситуации и стараться проводить разъяснительную работу, чтобы граждане не попадали в такие ситуации, которые могут грозить потерей здоровья или, не дай бог, жизни. Случаев таких на моей памяти не было, но они, наверное, более характерны. Конечно, если ты купаешься в незнакомом месте и решил нырнуть, и ты можешь попасть в браконьерскую сеть, которых, к сожалению, все-таки встречаются на наших водоемах, и из нее выпутаться очень сложно, потому что ты же не готов, у тебя нет с собой ножа, чтобы разрезать эту сеть. А еще такой фактор, как паника. Да. Человек, попадая в такую ситуацию, он теряется, возникает паника. А времени там практически секунды. А времени практически, ну, не больше минуты, потому что на задержке дыхания тренированный человек около минуты, а мы все разные. Поэтому тоже один из факторов, который говорит о том, что в незнакомых местах купаться не нужно. Но уж если вы по-другому не можете, то сначала обследуйте дно хотя бы предварительно. Как-то визуально пройдите, потопчитесь и уже окунитесь там, где вы поняли, что там безопасно. Но это в крайнем случае. Если очень хочется. Если, ну, разные бывают ситуации. Ну, разные бывают ситуации, да. Давайте посмотрим еще один сюжет, затем продолжим нашу беседу. Искупаться в Волге в жаркую летнюю погоду для многих самарцев – лучший способ освежиться. Чтобы отдыхающие чувствовали себя в безопасности, городские пляжи оборудуют необходимым инвентарем. Пункты спасателей, зонтики, лавочки, шезлонги, кабины для переодевания и многое другое для комфорта жителей. Представители городской администрации, депутатского корпуса, а также подрядной организации проверили безопасность и содержание пляжей. Конечно, отдыхающие туда уже пришли, но эта ситуация уже тоже и под контролем была, и она уже, так сказать, ликвидирована. Песок завезли, все снивелировали, сейчас взят забор воды, о чем я уже говорил, и все это приведут в нормативное состояние, и сезон там будет открыт на этом участке дополнительно. Организовали и 3 детских пляжа. Лягушатники расположились на мелководье, вблизи берега, у Полевого и Красноармейского спусков, а также у Ладьи. Для маломобильных граждан также оборудовали специальные зоны по проекту «Доступный пляж», который стал победителем в одной из номинаций всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Для людей с ограниченными возможностями установили отдельные раздевалки, пандусы для спуска к воде и необходимый инвентарь, воспользоваться которым помогают волонтеры. Анастасия Климина уже 3-й год работает на пляже на Некрасовском спуске. Как признается девушка, помощь инвалидам для нее стала частью отдыха.
Наша обязанность – это узнать, что нужно ему для комфортного нахождения здесь, и предоставить это. То есть, например, сзади находятся подушки, на которых человек может пойти искупаться, либо же просто полежать, позагорать. Также есть шезлонги и есть специальная тачка, на которой мы вывозим человека, который просто не может встать на ноги. Большинство людей начали узнавать, что есть такие места, на которых им будет очень комфортно и удобно. И они решили это все проверить. И оказалось, что да, действительно, так оно и есть. Осмотрев все официальные пляжи, комиссия пришла к выводу. Места для купания безопасны и оборудованы всем, что требуется для комфортного отдыха жителей и гостей города. Евгений Ильич, вот продолжая нашу беседу, мы с вами начали говорить о детях. У вас дети есть? Да, у меня двое детей, уже двое внуков. И уже двое внуков. Я могу точно сказать, что безопасность детей, наверное, на первом месте для родителей, вопрос для бабушек, первый. Для дедушек. Умеют плавать дети и внуки? Дети умеют. Внук один умеет, второму еще очень мало, меньше 2 лет, поэтому ну, понятно, он не умеет пока плавать. Еще не умеет, но все впереди. А вот, кстати, вы как профессионал, вы сами учили или вы куда-то отдавали, в специализированное место, просили, чтобы позанимались люди? Ну, было по-разному. С детьми учил сам, потому что, наверное, жили в том месте, где специализированных, специальных людей не было, и бассейнов не было. А с внуком, да, учил сам частично и посещаем бассейн, где он под руководством тренера тоже получил определенные навыки, уроки. Я просто к чему? Это не профессиональный спорт, но я вот сейчас не о профессиональном спорте, я как раз именно о том, чтобы научить ребенка плавать правильно и безопасно. То есть, чтобы это было безопасно в первую очередь и во вторую очередь полезно для здоровья. То есть, чтобы он правильно плавал. Вот это сам человек может, или вот вы считаете, все-таки лучше потратить какое-то время, деньги и силы на то, чтобы вот с ним позанимался эксперт? Ну, здесь, наверное, индивидуально все. Не, ну понятно, если папа тренер. Если есть возможности, то, конечно, лучше довериться профессионалам и получить школу определенную, школу плавания и научиться правильно плавать, потому что правильном плавании группы мышц развиваются как положено, и, условно говоря, шея не затекает. То есть... Но я бы, наверное, хотел сказать о другом. Это, наверное, разговор о другом, а мы говорим о безопасности. Да. Я хочу сказать, что взрослые в ответе за жизнь и здоровье детей. Если вы пришли с детьми на водоем, я считаю, главная ваша обязанность — это обеспечить их безопасность. Это не спускать с них глаз, потому что глазом не успеешь моргнуть, он уже в одной стороне, в другой, уже забежал в воду. Дети должны быть под постоянным контролем взрослых. Вот тогда вопрос к вам, как к специалисту. А какое количество детей может контролировать один взрослый, находясь где-то на берегу, на пляже и так далее? Потому что это такой очень сложный момент. Как раз вот та история, она очень показательна, когда женщина утонула. Я хочу сказать, что ваш вопрос, наверное, актуален в ситуации, когда идет организованное купание детей. Это, наверное, детские пионерские какие-то лагеря отдыха, где есть открытые водоемы, где воспитатели приходят с детьми. Евгений Владимирович, я сам, будучи в свое время студентом, работал в таком лагере, и там-то все настолько жестко и строго, во всяком случае, раньше так было. Не больше 10 человек. Не больше 10 человек в воде, 2 вожатых. Все огорожено. Я хотел сказать. Да. И мы там стояли и считали по головам постоянно, и никто не имел права. Совершенно верно. А что касается повседневной жизни, когда ты приходишь со своими детьми, я думаю, что ты пришел, ты следи за своим ребенком, за своим сыном, дочерью, внуком, внучкой. И это твоя ответственность. Просто кроме родных и близких, вряд ли кто-то из посторонних людей будет наблюдать за вашим ребенком. То есть вот эта вот идея, а последите за моим там мальчиком, он сейчас купается, там я пока там намажу себе спинку, неправильно. Если вы пришли с хорошо знакомыми людьми, возможно, это и сработает, да. Ну а если это просто сосед, то по пляжу, я имею в виду, сосед рядом, который расположился, рядом отдыхает, это странно.
Странно. Вот, кстати, а в таком случае, вот как следить? По практике надо обязательно с ребенком просто заходить в воду, вот, ну, или прям вот практически быть на грани воды? Это лучший вариант, конечно, если он плавает, надо находиться рядом, рядом с ним, помогать ему. А если это маленький ребенок, который может просто сидеть на берегу, то стоять рядом с ним и следить, чтобы он случайно, ну, всякое может быть, упал, захлебнулся. Тут это дело минутное. То есть на самом деле можно утонуть реально вот практически на берегу, там на глубине 20 сантиметров? Конечно, конечно. Неудачный вдох и... И вот ты получил. Кстати, а вот еще один такой важный момент. Рискованные игры на воде. Вот что вы посоветуете родителям? Потому что часто это как раз проблема возраста. Ну, мы говорим о детях. Речь сейчас о детях. Дети, условно говоря, в разные возраста по-разному ведут себя на воде. Если там малыши, которым дошкольного возраста, они более послушные, то с ними как-то легче, наверное, справиться. Есть ситуация, когда подросток 14 лет уже ощущает себя взрослым, а в итоге тоже происходят трагедии. Вот в прошлом году у нас, к сожалению, на ведомственном пляже санатория «Волга» утонул подросток 14-летний. Кошмар. Трагедия для семьи, для всех трагедия. Наверное, вот здесь как раз вот эта переоценка своих сил и возможностей. Вроде бы умеет плавать, а сил не хватило. Что-то случилось и не нашел дно под ногами и утонул, к сожалению. Поэтому здесь однозначно игры должны быть, если играешь, то, наверное, как-то там спокойно, там с мячом или еще каким-то образом. А вот это вот чехарда, скажем так, часто подростки друг друга подбрасывают в воду, бросают. Тоже возможны случаи травмирования, да, и захлебнуться можно. Не успел сгруппироваться или еще какие-то вопросы. Поэтому необходимо быть осторожным и беречь свою жизнь и здоровье. Осталось совсем немного времени. От детей перейдем к взрослым и к такой больной проблеме, как алкоголь. Вот ваша оценка, как они совместимы, несовместимы, и вообще как с этим быть? Ну, однозначно, алкоголь со здоровым образом жизни несовместим. Это однозначно. Тем более с купанием, потому что рефлексы все замедляются, организм по-другому реагирует. По-другому реагирует и наша кровеносная система, и нервная система. И вот последний случай, который произошел 200 метров выше четвертой очереди набережной, этому показатель, значит... То есть это было на необорудованном? На необорудованном месте, больше 200 метров от границ пляжа, так называемые камни. Там не песка, просто вот природная там галька, что-то, какие-то камни. Нашли тело мужчины, на берегу документы его, одежда и остатки спиртного, которые, видимо, он распивал на берегу и решил освежиться. Но вот последствия плачевны. И практически вся гибель граждан в необорудованных местах, да и на пляжах, тоже происходит на фоне алкоголя. На фоне алкоголя, да. Хотя мы рекомендуем, и спасатели рекомендуют гражданам не распивать спиртные напитки на пляжах, предупреждают их об опасности. Ну, разные ситуации бывают, приходится даже привлекать сотрудников полиции. Евгений Ильич, спасибо за интересную беседу. К сожалению, время программы подошло к концу. Надеюсь, мы с вами увидимся вновь, ну и поговорим о приятных и хороших новостях. Буду рад. Напоминаю, в нашей студии был Евгений Вдовин, заместитель руководителя управления гражданской защиты администрации городского округа Самара. И помните, что жизнь — это не компьютерная игра, невозможно нажать кнопку и начать все сначала. Берегите себя, до свидания.